Реконструкция сквера на Театральном бульваре уже на финишной прямой. Скоро увидеть его обновленную красоту смогут все жители Мурманска. А пока ход работы оценил избранный глава Андрей Сысоев. Реконструкция Театрального бульвара началась весной этого года. Она проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Сейчас рабочие завершают здесь укладку асфальта, устанавливают ограждения, урны и скамейки. Затем приступят к расстановке главных украшений этого сквера. Мы видим, что добавились колоннады, да, входная группа со стороны проспекта Ленина, со стороны Шмидта у нас колоннада, входная часть. В центре идет у нас это театр теней, да, это у нас дама с собачкой, это у нас с вами часы. Это, ну, много интересного, которое с подсветкой будет. Скульптуры были созданы под заказ в Санкт-Петербурге. И теперь этот сквер может называться театральным не только потому, что он находится напротив драмтеатра, но и потому, что эта территория станет объектом искусства. Понятно, что центр города, понятно, что рядышком один из, так скажем, центральных объектов мурманской, даже не городской, а областной культуры, это Мурманский драмтеатр. Но вот то, что получается, действительно мне нравится. И очень необычно, из натуральных материалов. И я считаю, что это и будет еще одно очень хорошее, доброе место для отдыха мурманчан. Все работы ведутся в соответствии с графиком. Уже к середине октября мурманчане смогут лично оценить красоту обновленного сквера и проникнуться духом театрального искусства.